В новом сезоне газета «Арай», входящая в холдинг «Аулиата Медиа», порадует своих читателей обновленным дизайном и мобильным приложением. Какие новшества еще принесла команда специалистов для своей аудитории? Об этом расскажет моя коллега Асимжан Джузбаева. Газета – удобный носитель информации. Ее комфортно читать в кафе, метро и даже лежа на диване. Но главное ее качество – всегда проверенная информация. Именно поэтому уже на протяжении целого века читатели остаются верными газетам «Акжол», «Знамя труда» и «Арай», которые с прошлого года входят в состав холдинга «Аулиата Медиа». Как отметил генеральный директор «Аулиата Медиа» Нурбек Бекен, холдинг будет стремиться к тому, чтобы молодежная газета отвечала современным требованиям и была интересна для своей целевой аудитории. Конечно, так как мы молодежная газета, будем развиваться именно в интернете, в социальных сетях, сайт хотим развивать. Сейчас новый дизайн, новый сайт у нас. Мы за последний год купили там порядка 15 компьютеров. Мы не стоим на месте, развиваемся. В прошлом году коллектив областной молодежной газеты «Арай» отметил 15-летие своего издания. За эти года газета завоевала свою читательскую аудиторию. Но журналисты не намерены останавливаться на достигнутом. Недавно у газеты сменился главный редактор. Ее возглавил опытный казахстанский журналист Биржан Соктай, после чего газета начала развивать следующие рубрики. Бұрын болған, бірақ кейін ұмыт болып кеткен айдарлар бар, жобалар бар. В новом сезоне мы разработали новые рубрики. Помимо этого, газета выйдет в новом обличии. В первой рубрике мы осветим великие слова и мысли знаменитых писателей и журналистов. Рубрика «Знаете ли вы?» про астрологию и темы бытия. К третьей рубрике мы отнесли проблемы жителей. Каждый житель области может написать нам о насущной проблеме в селе, связанной с водой и газом. Мы, в свою очередь, попытаемся получить ответы от ответственных специалистов. Еще одна приятная новость молодежного издания. Теперь вы можете читать газету «Арай» где угодно и когда угодно через специальное приложение на мобильном телефоне, получать информацию и новинки, скачав ее из App Store или Play Market. Есть еще сайт «Арай.Инфо». Сегодня в количество читателей молодежного издания в регионе растет день ото дня. В свою очередь читатели возлагают большие надежды на дальнейшее развитие любимой газеты. На сегодняшний день в новом сезоне газета «Арай», являясь молодежным изданием, работает в новом креативном направлении. Газету «Арай» читают и взрослые, и дети. Желаю творческих успехов этому изданию. Стоит отметить, что «Аулиата Медиа» шагает в ногу со временем. В этом году закуплено 15 компьютеров и обновлена техническая база. Издание также активно работает в социальных сетях, соответствуя требованиям времени. Несмотря на то, что газета появилась в свет 16 лет назад, она стремительно развивается и достигает новых вершин. Асимжан Джузбаева, Азат Байтимир, Жамбыл Ньюс.